Дорогой зритель, я очень много сил вложил в этот сериал, и я не прошу сразу ставить лайк или подписаться, я хочу тебе сказать, просто досмотри, пожалуйста, до конца. Если тебе реально зайдет, то поставь оценку и напиши, пожалуйста, свой отзыв в комментариях. Спасибо огромное и приятного просмотра. На улицах, как обычно, никого. Опять я в офисе до ночи просидел. Надоела уже эта работа тупая. Платят копейки какие-то и толком ничего не делаю. Сижу в этом офисе, возвращаюсь домой уже за полночь. Несправедливо это все. Просто надоело, короче, все. Дома никто не ждет. Надо что-то в жизни поменять. Но сначала я, как обычно, посмотрю ютубчик и лягу спать. А завтра что-нибудь придумаю. Так, что там у нас новенького? Ага, новые видосики по Майну, как обычно. А, так, это что такое? Приветствую, Спайк. Ты меня не знаешь, но теперь наши жизни связаны. Ты выбран мной для очень важного дела. Выслушай меня внимательно и следуй моим инструкциям. Что за приколы? Вы что в час ночи тут мне решили устроить? Тебя ждет вход в новый мир. Опять вирус, что ли, какой-то поймал? Ну какой я хакер, если у меня постоянно какие-то вирусы. Опять залез куда-то не туда. Ладно, пойду расслаблюсь, не знаю, хоть перекушу, может телек посмотрю. Так, а, ну точно, у меня ж ничего, даже в холодильнике нет, опять пустота. Магазин что ли скататься? Да нет, поздновато. Сегодня я из дома точно не выйду. Так, что у нас тут по телеку? Опять это шоу с машинками? Не, это мне не интересно. Это что такое? Мы с тобой не договорили. Вернись за компьютер и внимательно выслушай меня. Кто здесь? Так, у меня же даже камер дома нет. Как ты со мной разговариваешь? Делай то, что я тебя прошу. Ладно, хорошо. Ладно. Так, вот это уже вообще не смешно. Может, это розыгрыш, но у меня же даже друзей нет. Хорошо, друг, я сделаю все, что ты скажешь. Господи, с кем я вообще разговариваю? Ладно, я тебя выслушаю. Прямо сейчас из своего нижнего шкафа ты возьмешь лопату и пойдешь на кладбище. Там найди мою могилу, выкопай и следуй инструкции. Что мне надо сделать? Так, надо расслабиться. Может, все-таки сходить за баночкой колы в магазин или... Какое еще кладбище? Ты че ж... У меня же даже лопаты нет. Так, для начала надо переодеться. Так, этот костюм убираем и... нет, лопата все-таки у меня есть, но... Что мне надо сделать? Сходить на кладбище и вырыть... Господи. Может, просто спать лечь? Нет, тут что-то нечисто. Почему именно я? Какой-то хакер прознал, чем я занимаюсь в Даркнете и решил, что я какой-то крутой хакер или что вообще происходит? Так, ладно, сейчас ночь, все спят и мне вообще от этого не по себе. Может, полицию вызвать? Нет, с полицией точно связываться не буду после того, что я делал в интернете. Ладно. Хотя бы схожу туда, просто посмотрю... Что от меня хотят? Скорее всего, это какой-то розыгрыш. Где вообще-то кладбище-то находится? Я ж там даже не был никогда. Так, ладно, на байке я точно не поеду. Мало ли меня запалят и... Нет. Лучше пешочком прогуляюсь. Это вроде где-то здесь за городом было. Так. Ой, ё-моё. Зачем я вообще в это все ввязываюсь? Ладно. Мало кто знает, что у этого парня на меня есть. Лучше просто сделаю то, что он скажет. О, жуткое место, это заброшенное кладбище. Так, ага, видимо, вот она. Это самая могила. Надеюсь, никто меня тут не спалит. Ладно. Чем я занимаюсь? Этот вопрос не будет сегодня покидать меня.
Так, может позвонить копам? Черт, 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 черт. Так, ладно, нет, я просто сделаю то, что он от меня хочет. Так, тут... Что? Флешка. Инструкции. Деньги. Сколько тут вообще? Тут 5 стаков этих 20-ок. Это же очень солидно. Так, ладно, ладно. Я просто прочитаю инструкции и все. Эти деньги тебе на первое время, а сейчас поднимись на маяк и посмотри материал с флешки. Черт, во что я вообще ввязался? Ладно, 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 ладно. Дело, конечно, пахнет чем-то нечистым, но... Раз уж я в это ввязался, я это сделаю, хорошо. Флешка, черт, я ее потрогал. Может, это все выкинуть, но... Тут уже мои отпечатки, да и на деньгах тоже. Куда я ввязываюсь? Ладно, возможно, меня выбрала какая-то тайная организация для чего-то, я не знаю, но... Допустим. Ладно, сейчас ночь, в любом случае, вряд ли меня запалят, если я сгоняю на этот маяк и просто посмотрю, что там. Вряд ли это какой-то криминал, ну и... Деньги все-таки. Окей. Дорога до маяка, конечно, не такая далекая. Главное, чтобы меня никто не спалил. Мало ли, что это вообще все значит. Какие-то машины тут стоят странные. Как мне эту вообще колымагу объехать-то? Ё-моё. Так, ладно. Допустим, я просто сделаю то, что от меня хотят, и все. Надеюсь, от меня отвяжется. Не хотелось бы связаться с какой-то хакерской группировкой. Лучше бы я просто сидел на месте, ходил на свою работу и никого не трогал. Да, иногда, конечно, я лазаю по всяким сайтам и взламываю всяких неудачников, но... ладно, я думаю, что ничего страшного не будет. Просто сделаю то, что этот парень от меня хочет. Сгоняю на маяк, выполню его требования, и все, он от меня отвяжется. Так, главное, что меня никто не видит, и... Все, хватит себя накручивать, все будет хорошо. Вот он маяк, народу тут обычно не бывает, вряд ли меня вообще кто-то тут увидит. Фух, место такое достаточно-таки нелюдное. Я вообще никогда не видел, чтобы на этом маяке кто-то был, кроме охранника, которого я и то видел всего пару раз. Ой, да, конечно, по этим лестницам ходить... Ой, с моей-то дыхалкой. Я же в офисе сижу постоянно. Ладно. Надо просто подняться. Вряд ли на этой флешке есть что-то запрещенное. Просто сделаю все, что он хочет. Я просто винтик в системе. Так, а куда тут дальше-то? Сюда, что ли, наверх? Ух, а тут высоко. Весь город как на ладони. Красиво. Но, ладно, все, ладно, надо просто расслабиться и просто... Просто расслабиться, просто чил, просто... Это что такое? Это что такое? Это... Парень, ты в порядке? Нет, это труп, это 100% труп. Черт. Так, инструкции, надо посмотреть. 1981. 1981. Неужели это код от этого ящика? 198. Нет, только не... да, это код от этого ящика. И тут оружие. Так, нет, я не буду его брать. Пожалуй, я не стану это делать. Так. Что это? Рад видеть тебя тут. Извини за охранника, некрасиво получилось. Но ты не пугайся, тебе не нужно будет кого-то убивать. Фух, окей. Подними голову, справа от небоскреба дворец профессора Стивенсона, того самого, который изобрел микробионические клетки. Да, слышал про это, слышал. И тот самый, который продает эту технологию за миллионы долларов, и обычным людям она недоступна. Да, вот гад. Сегодня ты совершишь справедливость. Отправляйся к старому дому рядом с его замком, хозяин в отпуске на островах. Взломай дверь и поставь взрывчатку рядом с камином. Что? Далее проберись в особняк профессора, отключи камеры и свет. Далее у тебя будет 5 минут, пока не включится резервное питание. Я... Там отключится
Что? Я отключал там свет каждую неделю, так что они уже привыкли и не поймут, что кто-то внутри. Поднимись на второй этаж, в комнате профессора найдешь сейф. Возьми в нем шприцы с микробионическими клетками, забирай их и вкали мне. Что мне надо сделать, простите? Меня толкают на преступление. Ну, отлично. Ну, просто замечательно. Я домой с офиса приехал, думал, расслаблюсь, посмотрю ютубчика. А тут мне говорят ворваться в дом уважаемого профессора. Ну, хоть он и гад, и... Но, тем не менее, это очень неприятно. Ладно, посмотрим, что там на флешке. Блин. Ты на полпути к цели. Скоро мы встретимся. Не забудь прочитать книгу. Да я уже прочитал. Ясно. Ясно, ясно. Ладно. Ладно, надо расслабиться. Так, оружие я на всякий случай возьму. Что делать? Я уже зашел слишком далеко. Мои отпечатки везде. Этот чувак, хоть он и в могиле, но я думаю, что если он захочет, и я думаю, что он все продумал так, что мне уже по-любому придется выполнить это задание, и мне уже никуда не скрыться. Деньги эти еще. Ладно, ладно, надо просто подумать. Так, это надо забрать с собой, потому что на этом тоже мои отпечатки. Так, вот он, дом этого профессора. Я и так знаю, что это его дом. А вот это тот самый домик, о котором он говорит, который рядом с домом профессора. Ладно, на своем байке я вряд ли туда поеду. Это будет слишком палевно. Отключить камеры, ну... Хоть я и слабенький хакер, но... Как тут высоко? Думаю, я с этим справлюсь. Просто отключить камеры. Просто отключить камеры. Ничего сложного. О, я что, как настоящий преступник, что ли, буду вламываться в дом, взламывать? Я раньше только сайтики всякие взламывал. Ничего особенного. Ладно, ладно. Я просто это сделаю. Я просто это сделаю. Все-таки мне доверили такое крутое хакерское задание. И если я его не выполню... Ну, мне в любом случае конец, но... Хотя бы попытаюсь. Хотя бы попытаюсь спастись. Так, его дом где-то в этой стороне. Попробую взломать. Конечно, с моим 4-м айфоном я не знаю, как я это сделаю, но попробуем. Я более-менее практиковался в этом и думаю, что у меня должно получиться. Еще и дождь пошел. Да, сегодня денек, конечно, у меня не задался. Вот его дом, там должно быть куча охраны. Но с другой стороны, если я выключу камеры и свет, то меня никто не должен спалить. А вот и его домик. Охраны нет, людей нет. Ну, сейчас все-таки ночь. Так, ладно, дверь. Вроде должно быть просто. Так, начинаем взлом. Ага, так, 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 так. Готово, отлично. Так, входим и свет горит, но никого нет. Взрывчатка, черт возьми. Так, ладно, ладно. Наверное, нужно просто нажать вот это и отойти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я надеюсь, это никто не услышит. Бахнуло нормально. Так, куча блоков. Черт, еще эти блоки, только их не хватало. Так, думаю, мне нужно надеть прибор ночного видения, потому что тут вообще ничего не видно. Так, опа, отлично. Так, я все вижу. На всякий случай лучше взять пушку, мало ли выскочит охрана. Кто его знает? Так, неужели это какой-то старый проход в этот особняк? Откуда хакер вообще это прознал? Так, и мы в нем. Отлично, отлично, отлично. Так, ну, мне нужно на второй этаж. Камеры, камеры. Так, камеры это плохо. Охрана, реально охрана. Так, хорошо. Попробую взломать камеры. Так, доступ к камерам получен. Я вижу двух охранников. А вот эта комната, где нахожусь я. Окей, они ходят, видимо, по одной и той же траектории и постоянно проверяют. В принципе, пробраться можно, теперь нужно выключить свет. Получаем доступ к светильникам и вуаля, да будет свет, но наоборот, да. Так, приборчик включаем, охранники, так, охранников не вижу. Хорошо, что я хотя бы камеры выключил. Так, нет, лучше пока закрыть. Надо понять их траекторию. Так, вот он вышел, но без света вряд ли они что-то видят. Можно пока забежать сюда. Что я делаю? Да, без камер, конечно, сложновато. Если бы были включены камеры, я хотя бы мог по телефону отслеживать, где они, но... Ладно, без камер я более безопасно себя чувствую.
Сейчас он пройдет, и я смогу прошмыгнуть на второй этаж. Вроде как по камерам расположения я понял. Где он? Так, они что, что-то заподозрили? Нет. Вроде идет. Так. Да, охранники, конечно, ребят из вас так себе. Но в такой темноте я бы тоже ничего не заметил. Так, хорошо. Хорошо. Еще один охранник. Повсюду камеры. Хорошо, что я их отключил. Что это вообще за хакеры? Почему он выбрал именно меня? Вообще не понимаю, что происходит. Так, хорошо. Так, отлично. Что? Дверь на замке? Еще одна? Так, хорошо, но мне, видимо, сюда. Ладно, попробую взломать. Так. Отлично, доступ получен. Все, и я в его тайном хранилище. Так, вот они, шприцы. Забираем все, и теперь нужно выйти. Так, легко. Тут доступ я уже получил. Теперь нужно прошмыгнуть сюда. Ночное зрение можно вырубить. И просто смотаться отсюда. Я сделал это. Все, я свободен. Я сделал это. Отлично. Вроде как меня никто не заметил. Думаю, все будет хорошо. Все будет в порядке. Теперь нужно вернуться на кладбище. И всунуть ему в голову вот этот вот шприц. Я не знаю, ну что, он от этого оживет, что ли? Но с другой стороны, я слышал, что эти бионические клетки, они могут делать что-то подобное. По-моему, они могут выводить из сильного коматоза человека. Но чтобы оживлять, даже не знаю. Так, я его вытащил. Чем я тут занимаюсь, я не знаю, но ладно, давай попробуем. Я просто сделаю то, что он сказал. Господи, я разговариваю с трупом. Ладно. Прямо в шею. Опа. И... Ох, меня развели. Я так и знал. Полная ерунда. Даже не знаю, что чувствовать. Вроде облегчение. Вроде меня обманули. Я какой-то ерунду... А, что? Он двинулся? Ты воскрес! Ты воскрес! Не может быть, господи, что это такое, ты воскрес! Ну, здравствуй, Спайк. Я благодарен тебе, что ты выполнил мою просьбу. Я требую объяснений, что ты такое? Мое имя Зевс. Я самый разыскиваемый хакер в мире. На меня вышло ФБР, и мне пришлось санкционировать свою смерть. Все это время я был жив, но находился в состоянии комы. Лекарство, которое ты взял у профессора, вывело меня из этого состояния, и теперь вместе с тобой... Я готов спасти этот прогнивший город. Добро пожаловать в хакерский легион. Во что я вляпался? Не может быть.